Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами продолжаем наиважнейший плейлист «Практическая грамматика английского языка с нуля». И в рамках нашего плейлиста мы с вами повторяем неправильные глаголы, отрабатываем их на практике. Мы с вами уже закрепили 45 неправильных глаголов, и, друзья, мы двигаемся дальше. Итак, следующий глагол, значит, глагол «лопаться», это глагол «burst», но обычно он употребляется именно в таких фразах, как, например, разразиться смехом, слезами и так далее. Давайте вспомним формы. Burst, burst, burst. Значит, она разразилась слезами. Она разразилась. Ну, на самом деле этот глагол очень часто употребляется. She burst out crying. То есть мы с вами разбирали или burst out doing something, или she burst into tears. Tears. Значит, произношение T – это рвать, а T – это слезает. Разное совершенно произношение. She burst into tears. Далее. Значит, замораживать. Freeze. Замерзать. Формы froze. Frozen. Он заморозил эту еду. Он заморозил. He froze эту еду. This food. He froze this food. Далее. Я поехал домой, но имеется в виду на машине. То есть, если просто я поехал домой, значит, вспомним этот глагол, значит, ездить. Значит, вести машину – это drive, drove, driven. Если я просто поехал домой, я могу сказать I went home. Но если вы скажете I went home, может быть, я поехал, может быть, пошел, может быть, садился на автобусе, может, еще на чем-то, да? А именно если вы хотите подчеркнуть, что на машине я поехал домой, то вы можете использовать форму глагола, соответственно, drive. И мы с вами скажем I drive home. Самое важное, друзья мои, запомнить здесь – что никакие, здесь не нужны ни предлоги, ни артикли. Это очень часто ошибка. То мы говорим go home, drive home, return home, come home, arrive home и так далее. Друзья мои, здесь постоянно все почему-то ошибаются. I don't know why. Я не знаю почему, really. Итак, драться, сражаться, fight, fought, fought. Значит, он сражался героически. Он сражался. He fought. Осталось еще верно прочитать. Heroically. Heroically. He. Звук E. Здесь heroically. He fought heroically. Далее. Приходить. Это глагол come. Came. Come. Вот это, про что мы с вами говорили. Она пришла домой. Она, she, пришла, came, а вот домой, home. Опять, не нужно ни артикль, ни предлог. Здесь не нужно. Это очень частая ошибка. Тут практически все ошибаются, особенно если не знаешь. Но даже если ты знаешь, все равно. Came home, drive home. Ну, drive home, да, спасибо, thank you. Соответственно, я езжу домой. Если прошедшее время, то это I drove home. Итак, повторяем. Burst, burst, burst. She burst out crying. She burst into tears. Freeze, froze, frozen. He froze this foot. Drive, drove, driven. I drove home. Fight, fought, fought. He fought heroically. Come, came, come. She came home. Далее, спать. Sleep. Формы slept. Slept. Я поспал больше, чем достаточно. Я поспал. I slept больше, more, чем достаточно, more than enough. I slept more than enough. Стоить, cost,
формы cost, cost, cost. Это стоило слишком дорого. Это стоило, it cost, слишком дорого, too much. It cost too much. То имеет негативный именно оттенок. Далее, выигрывать, win, формы won, won. Мы выиграли, наконец. Мы выиграли, we won. Наконец будет at last. We won at last. Далее. Находить. Find. Found. Found. Она нашла свои ключи на этой неделе. Она нашла. She's found. Свои ключи, her keys, на этой неделе, this week. She's found her keys this week. Далее, резать. Cut, cut, cut. Она порезала палец. She cut, если дословно, то она порезала свой палец. She cut her finger. So, sleep, slept, slept. I slept more than enough. Cost, cost, cost. It cost too much. Win, won, won. We won at last. Find, found, found. She's found her keys this week. Cut, cut, cut. She cut her finger. Далее, пробуждаться. Просыпаться, это глагол wake. Обычно мы говорим именно wake up. И формы woke. Woken. Он проснулся так рано. Он проснулся. He woke up так рано, so early. He woke up so early. Далее, терять, lose, lost, lost. Он потерял концентрацию. Он потерял, he lost, концентрацию, concentration, he lost concentration. Отправлять, посылать, send, формы sent, sent. Он отправил ей письмо. Он отправил ей, he sent her письмо, a letter. He sent her a letter. Бегать, run, ran, run. Run, ran, run. Значит, соответственно, он побежал к ним. Он побежал к ним. He ran to them. Значит, если направление, то to. He ran to them. Мы с вами про это говорили. Далее. Клясться и ругаться. Это глагол swear. Формы swore, sworn. Он поклялся сделать это. Он поклялся. He swore сделать это. To do it. He swore to do it. Итак. Wake. Woke. Woken. He woke up so early. Lose. Lost. Lost. He lost concentration. Send. Sent, sent. He sent her a letter. Run, ran, run. He ran to them. Swear, swore, sworn. He swore to do it. Далее. Ударить. Hit.
формы hit, hit. Он ударил его очень сильно. He hit him очень сильно, very badly. He hit him very badly. Понимать. Глагол understand формы understood, understood. Я прекрасно понял тебя. Я прекрасно. I perfectly понял тебя. Understood you. I perfectly understood you. Далее, иметь дело. Это глагол deal. Формы dealt. Dealt. Значит, я имел дело с этими клиентами. Я имел дело. I dealt with этими клиентами, with these clients or with these customers. Далее, недоплачивать. Это глагол underpay. Формы, соответственно, underpaid. И третья форма underpaid. Вопрос. Кто недоплачивал им? Кто? Who недоплачивал? Underpaid им them. Who underpaid them? Давать. Give. Gave. Given. Он мне дал эту ссылку. Он мне дал. He gave me эту ссылку. This link. He gave me this link. Okay, so hit, hit, hit. He hit him very badly. Understand, understood, understood. I perfectly understood you. Deal, dealt, dealt. I dealt with these clients. Underpay, underpaid, underpaid. Who underpaid them? Give, gave, given. He gave me this link. Link – это ссылка, на самом деле очень часто употребляемое слово. Так что возьмите себе на вооружение, друзья мои. Ну что ж, прекрасно. У нас сейчас с вами две части на повторение. 105 неправильных глаголов, друзья мои. И далее контрольная работа в рамках нашего плейлиста. Thank you.